Goodbye. И желтый меня кинул, просто кинул, короче. Так он же китаец. Нихао. I don't go from Китай, okay? China number one. Нет, нет. Where are you from, dude? I'm from Vietnam, okay? Okay, be quiet. Okay? Enemies around me. Thank you very much. Хуя себе. No problem, man. Ты шо, задрот английского языка, блять? Understand, very, very bad, no understand. Hello, team. Хадаро, братан, ебать. Hello, это my plan. Jesus, thank you, Chris. Is it a Russian server? Yes, of course. Holy shit, I like it so much. О, заебись. Hello, yeah, motherfucker. His level English low, блять. His English is fucking perfect. Thank you. My fucking perfect. I know and English. Только по-русски вывожу. Русский. Сука, блядь. Yeah. Russian vodka. Vodka, Putin. King vodka, black dog. Охуенно меня. Where are you from, man? Me? I'm from Russia. О, заебись! Братан, ты ютубер, скажи мне сейчас. Ты спалился, блядь, скажи им по-русски. Мамку еб... He is Russia? Me? Yeah, of course. Yeah, of course. Yeah, of course. Скажи что-нибудь по-русски, блядь, пожалуйста. Nope. Он у нас, блядь, вычисляет нам. Putin number one. Yeah! Putin number two. So, who is number one? Number one, Жириновский. Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Подлость! Гадость! Hello. Hi. Do you speak English? Да. Okay, this is great. Sorry, I play on... Microwave? On notebook. Good to know. And I have small... Penis? Small monitor. Understand. You too? Me? No, I am playing on Epson EBE-350. Чё? Вам хочется смотреть фильмы или играть на большом экране? Или, может, вы хотите проводить презентации на работе? Тогда вам нужен этот универсальный проектор от Epson. Огромный экран, высокая яркость, цвета до 3 раз ярче, чем у аналогов, простая и быстрая установка и многое другое. И это всего за 28 490 рублей. Вы видели телевизоры с диагональю хотя бы 80 дюймов за такие деньги? Ну нахер. И прямо сейчас, совместно с CityLink, у вас есть возможность выиграть данный проектор. Просто оставьте комментарий под этим видео, как обычно вы делаете, и CityLink случайным образом определит победителя. Итоги будут 10 апреля в инстаграме CityLink. Ссылка в описании. От себя хочу добавить, что для меня CityLink это не просто магазин, я им пользуюсь вот уже более 10 лет, и у меня от него только положительные впечатления. Вот, например, история моих заказов из личного кабинета. 2009, мать его, год. DVD-привод? Серьезно? В общем, CityLink топ, проектор топ, всем удачи в конкурсе, возвращаемся и смотрим видос дальше. Я маслину поймал! Please, no. Sorry. I'm friendly.
Sorry, my Russian friend. Where is your Russian friend? My Russian friend is going for fucking your ass, my friend. Okay? Okay. Oh, I see him. Hello, my friend. Ты видишь, какая у него голова красивая, львиная? Да-да-да. Разве ты можешь убивать животное? Целится, смотри, целится. Как ты будешь убивать животного? Это котенок, блядь. What, man? What the fuck, man? Have some problem? It's you, yeah? Yes, it's me, motherfucker! Ah, okay. Come to me. Gonna kick your ass, son of a bitch. It's you subscribed 3 million, yeah? No, 10 millions. What the fuck? I have 10 million subscribers. Бля, чел, ты же русский. Как вообще жизнь, братишка? Нормально, как сами пацаны. Чего, блять? А он пиздил тебя. В смысле, нахуй? Бля, ты реальный, слышишь? У нас левее один был, вот у меня прям. Ты реальный, слышишь? Вот что надо спросить у звезды. А у нас типы, ебут! Очко! Нет! Я же говорил, у нас свинья ебаная. А чё вы не сказали, что есть? У нас левее один был, вот у меня прям. Ты реально слышишь? Я вот всю игру вот говорю, что у нас. Я головка-то от хуя, блядь. Ты молчи. У нас звезда с нами. Ну. Блять, вот жаль, тут чата нет в этой игре, боссы. А, у него подписчиков много, может сейчас Брэндон Кирин еще посмотрит. В смысле, игра хорошая, разработчики плохие. Я так понимаю, этот третий вроде блогер, да? Какой блогер? Ты что, дурак? Он на передаче снимается. Таксист этот, помнишь? Там из Букиных. Ну этот лысый таксист. Типа в машину к нему садишься, он там тебе загадки загадывает, знаешь? Если проигрываешь, он тебе типа яйцо в голову разбивает и из машины выкидывает. Был у меня друг нахуй. Сел в такси. Его не стало. Бля, че, надеюсь, ролик-то выйдет. А зачем тебе? С какой целью интересуешься? Да просто ютубер. Сугубо анальный. Подбросишь? Командир. Спасибо. Блять, он только что врезался в дерево. И я думаю, не стоит. Не пизди, ебать. А, кстати, подожди. Теперь ты в роли таксиста. И давай задавай ему вопросы. Ты куда поехал? Вопрос качественный, но ситуация страшная. Просто это санок и 25 человек живых. Носок? Что? Санок. Сынок? Санок. Карта. Санок. Что за карта? Видео карта? Не, ну, игра хорошая, разработчики приятные. Привет, убийцы, куда летим? Hello, team. Hello, team. Hello, killers. Я тут убийца. Hello, killers. Where do you want to go? Okay, what place for jump? Мувача. Okay. Let's go. Второй, ты не русский, да? Второй же этот ютубер. Здорово, я буду в этом ролике. Мань, пап, привет. А, нет, папы нет. Мам, привет. А он русский или нет? Да, он русский, он типа всегда по-английски пиздит, там его ролики прикольные иногда. Я вас обожаю, ребят. Чё смеётесь-то? Да-да, всё серьёзно, ребят, собрались. Топ-1 надо взять, мы сейчас вот, я только из боя вышел, здесь заведённый. Топ-2 взяли, ну в конце концов, меня гранаты украшают. О, как обидно было, а. Всё, сейчас отыграемся. Давайте сейчас порвем, а то я сейчас как раз на адреналине, так сказать, это весь такой. Процентно, попа-опа. Сейчас, блядь, все будет. Еще один четвертый нужен прицел. Да, да, так точно. Да. Говорит второй. Первое здание на балконе. Вот второй ряд. Метку, пожалуйста. А я уже убежал просто, метку не поставил. Первый. А где ты там коллаж говорил? Да, на метке был. Вот здесь же. Какой этаж? Первый этаж был. Так мы не сыграемся, ребят, понимаете? Нужна более точная информация. Где 4 яйца? Мне нужна метка точная. Значит, я так, слушаю. Я когда сказал, я уже убежал. Значит, смотри. Первое здание, второй ряд, это на балконе, второй этаж.
Понял. Первое здание, второй ряд, второй этаж. Принял. Мне не нравится, что мы растягиваемся с вами, ребят. Первый, третий сзади, мы тут впереди. Давайте как-то говорите, вокруг кого держимся. Ну, вокруг кого ходим. Второго. Хорошо. А кто? А может, я не согласен. Кто меня назначил? Мы тебя выбрали, все. Отвечаешь. Не согласен. Не-не-не-не-не, не обсуждается. Общее собрание коллектива выбрало тебя старше. Да мы с таким командиром кого угодно разнесем. Рано-рано. Потерпи, боец. Хорошо. Придет время. Прямо перед нами. Прямо перед нами. На 65-75. Вижу. Не вижу. Вот, я пинганул. Он целится. Вот так вот. Красавчик. За камнем разве что-то. Yeah. Да, жопа. Поднимайтесь. Блять, все, я минус. Неудачно мы зашли, конечно, зараза. Не получилось, не фартануло. Как настроение? Хорошо. Как у самого? Ну, тоже неплохо. Прикольная шляпа, дашь погонять? Ты забыл сказать волшебное слово. Какое? Волшебное. Пожалуйста. Правильно, молодец. Спасибо большое. Классный у тебя свитер, мне нравится, очень красивый. Спасибо, с оленями. Что-что? С Алиэкспресса? Оленями. А, с оленями? Не вижу тут оленей. Ну, и что? Может быть, ты сам олень? Я? А может, ты олень? Тебе не жарко в таком свитере? Хотя погода, в принципе, достаточно такая пасмурная. Заебато, я бы сказал. А ты Анка больной? Ну, просто тебе персонаж лыс. Нет, мне просто нужно было побриться для съемок в одном фильме. Каком же? Для взрослых. А можно конкретнее название, пожалуйста? Пожилой дедушка 54 года соблазняет пожилую бабушку. Ты что, наркоман? Я за ЗОЖ, ни разу не пил, ни разу, кажется. Неважно. Флэшбэки, да, сразу такие пошли? Да. Да. Ты задыхаешься, что ли? Астматик, я задыхаюсь, а ты, пиздец. Ну что, какие планы на игру? Разъебать? Взять топчанский. Можно попробовать принципа. О, ты машину берешь. Ну я тогда перед твоим ебалом усаживаюсь рано. Да, походу, люди уже долетели. Да и ладно тебе, господи, все как первый раз играешь. Я, кстати, стрелять не умею. Ну, понятно, в общем. Игра будет интересной. Выходи, разбийник. Выйди отсюда, разбийник ты. Давай выйду. Вот мне нравится, как ты общаешься. Еще в пати пойдем потом? Нет. Ты мне не нравишься. Почему я тебе не нравлюсь? Во мне нет минусов, я идеален. Ну, только зубы кривые и нос хуёвый. Подруга хохлуха научила двум словам, я теперь постоянно их повторяю. Что за слова? Солнышко, солнышко и квиточка, цветочек. Просто охренеть как мило. Ты ее не видел. Что, страшная? Да нет, хохлуха не может быть страшной. А сколько тебе лет, кстати? Мне 17, а тебе? 18, нормально. Почти ровесники. Угу. Что-то мне кажется, что ты мне врешь. Что-то мне кажется, что ты мне тоже врешь. Okay, man. What are your songs now? Russian songs. Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Двигай телом, отдыхай еще раз. Оп. Давай, давай. Оп, давай, давай. Три полоски. Три полоски. Три полоски. А ты даст кроссовки. Оп, давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Оп, давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Давай-давай, чипи-чипи-чипи-лоски. Оп, а ты даст кроссовки. Давай-давай. Давай-давай.